Всем привет, 8 июня 2023 года. Небольшой ролик, так, чисто для себя. Посмотреть, что взошло, что не взошло. Помидоры. Это перец померзший. Не знаю, будет расти, нет. Ну, что-то, наверное, вырастет, я думаю. Что-то вырастет. Вот лучше с листочками случилось. Так, там потихоньку растут вот эти огурцы, кабачки, тыквы. Тут вроде все нормально. Вот в теплице помидоры. В капельке. Бахча вот в таком состоянии. Ну, арбузы, дыни, они зайдут не скоро, я думаю. Так, в ту теплицу еще зайду. Вот такие дела в старой теплице. Сегодня 8 июня 2023 года. Вишенки постепенно краснеть уже начинают. Зеленые эти. Что там еще? Это забетонированные в том году яблоня. В таком виде. Ничего, пока еще живая. Пока живая. Это алыча, но она совсем вот мало этих ягод будет. Алычи этой. Практически не будет. Так, символически ягодки выпустил, типа я еще вам привяжусь. Вот, и черешня. Тоже несколько ягодок вызреют. Толку тоже мало от этого всего. Ну ладно, что Бог даст. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте.